Вот. Это у нас манежка. Тысячу лет тут не было. У меня там есть видос на ютубе, где я молоденький, 30 лет назад. Ну, как на вру, конечно, 30-20 лет назад здесь. Коняшки сказочные тоже здесь гулял, с Машулькой, с маленькой. А ей же сейчас 22 года. Ой. Вот она, манежечка. Ничего не изменилось. Нет, они убежали. Были мы на экскурсии. Ну, неплохая, неплохая. Один раз можно съездить и все. Так больше. Да, конечно же, вот люди, хорошо. Ну, на манежной все по-старому. Ничего нового. Сказочные герои в снегу спят. А мы были летом. Это был 90, наверное, 8-й год. Вот я вспомнил. Нет, вру, может, даже не 98. Раньше. Да? 98-й был? Да, да, да. Ну, народишку счет маловато в Москве. Ну, там у нас вечный огонь. Вот идет смена караула. Кому интересно, могут сходить. Ну, я 6 лет менял этот караул. Ну, вот наши там стоят. Мы их посмотрим. Нерехта. При смене караула. Мы на них наведем, посмотрим. Вот. Ой. Небо золотое. Ну, я поймал свою золотую рыбу. Кстати. Тут кругом мраморная крошка. Достаточно скользко. Ну вот как-то так. Георгий Константинович. Посидели мы в кафе. И сейчас идем через Красную площадь. Вот она. Задвижку. Вот она. Красная площадь. Сыпасская башня. Это ГУМ. Это... Вот отсюда. Вот это вот, да? Да-да-да-да. Вот. ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка. Вот. Это ГУМ-каток. А вот здесь люди, захороненные в стене. И человек, который живее всех живых. Но почему-то лежит. Прошли исторические музеи. Вот это вот здесь вот стена кремлевская. Пацаны там работают. И вот здесь лежит самый человечный человек. Юзал Владимир Ильич Ленин. И он почему-то закрыт. Там парни его охраняют. Чтоб сюда никто не лазил. Здесь кладбище. А здесь каток. Ярмарка. Гум-ярмарка. Гум-ярмарка. Надо будет с оленями. Если... А, вон уже. Олень стоит. Пойдемте к оленю. Я хочу с оленью. А медовуха есть? Есть. Горячая, прямо. Я говорю, с оленью. Пошли медовухи, махнем. Нет. Сейчас. Сейчас, Любовь Николаевна, секунду. Вот она. ГУМ-ярмарка. Чего тут только нет. Каждый час, каждый день, каждый час, особенный.
Красная площадь, Спасская башня, московское время 17 минут 4. Были везде здесь, вот Нин Пожарский, ну, все дела. Идем куда-то, где нас ждут.